Значит, вот мозг – широчайшая тема. Да? И если мы говорим про бизнес, то можно говорить про обучение сотрудников, можно говорить про софт-скиллы, можно говорить про все, что угодно. Что касается организации, да, нейромаркетинга и прочее, прочее, прочее. Вот. Но если мы говорим про бизнес с точки зрения сущности бизнеса, да, то сущность бизнеса для человека, который является его собственником или управленцем, состоит в мышлении как способности моделировать разные аспекты реальности, связанные с вашей деятельностью, таким образом, чтобы получать наилучшие способы действия. Да? Мышление – это навык. Ну, вообще, я здесь должен сказать, что мышление – это, как это неудивительно, да? То, как мы думаем, это не то, как мы думаем. То есть у нас у каждого есть, конечно, представление о том, что мы регулярно занимаемся мыслительной деятельностью. Правда состоит в том, что мы обычно с вами занимаемся прокручиванием интеллектуальных автоматизмов. Вообще, мы, каждый человек – это огромное количество автоматизмов, которые мы получали с опытом, с образованием, с воспитанием там, и так далее. И дальше мы эти автоматизмы просто подбираем к ситуациям и воспроизводим. И интеллектуальные автоматизмы в этом смысле совершенно не отличаются от любых других поведенческих автоматизмов. И обычное наше мышление – это большое количество шаблонов, которые мы примеряем к актуальной ситуации и в связи с этим выносим какое-то решение. Поэтому опытный управленец, он, как правило, даже не имея MBA там, или чего угодно, вот, он оказывается более эффективен, потому что у него просто больше шаблонов. Когда вы находитесь в меняющейся экономике, экономике, которая становится все более и более цифровой, с меняющимся потребителем, да, с меняющимися нишами, вообще с другими денежными эквивалентами, да, в бизнесе, мы неизбежно оказываемся, эти наши автоматизмы, даже если они у вас хорошо выработаны, они оказываются тормозами, которые вас удерживают и не позволяют вам мыслить креативно и находить важные решения, которые необходимы для того, чтобы вы были успешными.